Станет ли троллейбусов, следующих по первому маршруту, меньше? С этим вопросом обратились в редакцию телекомпании «Город» жители поселка Дягилево. Администрация Рязани дала четкий ответ. В настоящее время, в соответствии с расписанием, планируется работа 7 троллейбусов. Само изменение количества пока что на данный момент не планируется. Дмитрий Болдырев отметил, что на изменения может влиять пассажиропоток. Однако хоть летом он заметно снижается, ни количество выходов, ни транспорта не изменится. По маршруту будут также курсировать все троллейбусы, говорит Дмитрий Болдырев. Кроме первого троллейбуса, у нас жители Дягилевского городка обслуживаются 41-м маршрутом автобусами, на которых начали уже работать автобусы марки «ПАЗ» среднего класса, он тоже начинает в раннее время, там, с 6 и до 12. Ну, все это корректируется будет с перевозчиком, если что-то не так. Все это будет корректироваться. Там установлена работа 20 автобусов. Интервал движения в часы пик где-то 7 минут. Но следует отметить, что на интервал движения влияет ряд факторов негативных. Это заторы на наших улицах. Вот как раз в связи с ремонтом Первомайского проспекта. Поэтому они могут быть увеличены. В ближайшее время никаких кардинальных изменений в работе городских троллейбусов не предвидится. Тем не менее, управление транспорта отмечает, что все предложения и замечания, поступающие в их адрес от рязанцев, учитываются в работе. Стоит отметить, что сейчас в администрации города рассматривается возможность разработки программы концепции развития общественного транспорта. Это комплексная работа, которая ведется также с учетом мнения горожан. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».